Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Орлова Людмила Георгиевна. Я культорганизатор социально-реабилитационного отделения номер 1 КЦСО Центрального района. И нам сегодня предстоит мастер-класс, посвященный дню рождения нашего любимого города. Санкт-Петербург 27 мая этого года будет праздновать свое 317-летие. Образ ангела – один из известных символов Санкт-Петербурга. Изображение ангелов-хранителей вы можете встретить по всему городу. Особое место занимают три ангела, которые образуют золотой треугольник. Считается, что именно они охраняют наш город. Один венчает шпиль Петропавловского собора на территории Петропавловской крепости. Другой стоит на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади. Третий – на куполе церкви святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове. А сегодня на мастер-классе по бисероплетению мы с вами сделаем стилизованного ангела в технике низания. Для мастер-класса нам потребуются ножницы, зажигалка, особо прочные нитки 50К для бисероплетения, иголка номер 12 для бисероплетения, бусины в форме сердечка с крылышками, вот такая вот кругленькая бусинка, разделитель и бисеринки. Я выбрала темную нить, чтобы вам было виднее, хотя больше сюда подходит нить золотистого цвета. Итак, берем бисерину, закрепляем ее на нити двумя узелками. Проходим через бисерину иголочкой. Это будет шейка нашего ангела. Берем бусинку с крылышками, проходим насквозь. У нас на ниточке бисеринка, бусинка с крылышками, и добавляем бусинку сердечко. Техника низания. Набираем бисеринку, закрепляющую. Оставляем ее на ниточке и возвращаемся через бусинки обратным ходом. Вышли из бисеринки. Берем бусинку круглую. Разделитель. Нанизываем на ниточку. Далее набираем бусинки. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим по одной из, по первой бусинке. И возвращаемся по первой бисеринке, возвращаемся обратно для того, чтобы закрепить нашу конструкцию, чтобы она была более прочной.
проходим через бусинку, через бисеринку и возвращаемся еще раз. Проходя несколько раз, мы как следует укрепляем нашу конструкцию. Вот такой ангелочек получился. Теперь мы обрезаем ниточку, вот эту, и ее зажигалочкой оплавляем. И можно закрепить, можно оставить так и повесить куда-нибудь, как кулончик. А можно сделать сережки. Вот такой вариант возможен. Если вы хотите сделать сережечку, тогда нужно использовать вот такую фурнитуру для сережки. И присоединить и закрепить с помощью иголочки и ниточки эту конструкцию. И закрепляем эту конструкцию. Закрепляем, присоединяя конструкцию к фурнитуре сережки. Закрепив, мы можем отрезать ниточку и оплавить нашу замечательную ниточку. И вот получается у нас такая изумительная сережечка. Она могла бы быть кулоном. Вот такая получилась сережка. Носите с удовольствием. Доброго вам здоровья, ангела-хранителя в каждый дом. Берегите себя и своих родных. С праздником города! Поздравляю вас!